Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Разжевалова Наталья. Сегодня небольшое видео о том, как у нас появился маленький котенок Вася и как поживают вообще наши питомцы Муся и Вася. Итак, с кошкой Мусей вы уже знакомы, она живет у нас уже 2 года. Она у нас такая полукровка, то есть у нее мама ангорская кошка, белая, белоснежная. А вот папа дал ей такой красивый рисунок. И вот недавно, ну буквально 2 месяца назад, мы с Никитой, с моим младшим сыном, встретили вот такого озорного котенка на улице. И он так к нам привязался и начал мурлыкать, и никак не хотел от нас уходить. Сердце наше дрогнуло, и мы взяли этого котенка домой. Отмыли, обработали его от всяких болезней. И вот теперь у нас 2 питомца таких. Интересно, что Муся восприняла Васю как своего котенка, как ребенка. То есть она его облизывает, она с ним играет, они везде вместе ходят. Если она идет в другую комнату, то и он бежит за ней. То есть очень они подружились. И такая вот у нас веселая компания теперь живет дома. Муся уже смотрит так свысока на такие игрушки. А Вася-то вот он любитель всяких мышек и играет с удовольствием. Итак, вот такие наши котятки и кошечки живут у нас дома. Итак, с вами была Разжевалова Наталья. Сейчас еще несколько фотографий о наших питомцах, и увидимся в следующем видео уже по вышивке лентами. До свидания!